Агентство стратегических инициатив опубликовало рейтинг развития регионов уровня жизни и качества жизни. Несколько цифр сравнения с соседним Татарстаном, с которым было пытался соревноваться Хабиров, над которым даже он как-то пытался подшучивать, требовал того, чтобы мэр Казани умывался слезами. Буквально три точки сравнения. Прирост населения в Республике Башкортостан в 4 раза ниже, чем в Республике Татарстан. 5 тысяч человек в Башкирии против 20 тысяч человек в Татарии. Средняя пенсия в Республике Башкортостан на 1330 рублей ниже, чем в Республике Татарстан. Это, отмечу, средняя. Но у всех. Количество вахтовиков, людей, которые не нашли достойной работы в собственном регионе, в Республике Башкортостан в 5 раз выше, чем в Республике Татарстан.